Женщину, пытавшуюся сбыть наркотики, задержали в деревне Раздоры Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области. Сотрудники полиции задержали 26-летнюю москвичку, у которой в ходе досмотра изъяли 42 свертка с порошком массой более 200 граммов. Экспертиза установила, что порошкообразным веществом является мефедрон. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.